Слушайте, до последнего не хотел записывать это сторис, но у меня, по ходу дела, нет выхода, потому что я вас очень люблю. Вот, каждый подписчик на протяжении 2,5 лет просто добивался потом и кровью, и, что немаловажно, честными инструментами, без накруток, привлечения сторонних рекламных площадок, то есть все контентом, все. И вот, что я вам хочу рассказать. Что мне чуть-чуть нужно отдохнуть, потому что 3 последних дня для меня были просто каким-то жутким адом. Я не понимал, что со мной происходит, но на самом деле все к этому и шло, потому что 2,5 года мы не позволяли себе не отдыхать, мы все время были в работе, в контент-мейкерстве, и, собственно говоря, это и случилось. У меня было, ну, что-то наподобие, ну, не нервный срыв, ну, скажем, панические атаки, наверное, так. И мне очень было плохо. Сейчас уже, тьфу-тьфу-тьфу, я поэтому и записываю, стало немножко полегче. Вот, я немножко приду в себя, чуть-чуть отдохну и вернусь с новыми силами и буду пленять своим искусством свет. Я очень благодарен вам за понимание и за поддержку. Буду благодарен за понимание и поддержку. И надеюсь, что вы никуда от меня не уйдете, потому что я очень-очень вам... Вот, и повторюсь, что не хотел я вам это записывать, но потому что как-то у нас не принято делиться своими проблемами, да и не хотел я, чтобы это выглядело. Типа, мне плохо! Люди, зачем вы такие жестокие? Но я понимаю, что вы должны знать... Потому что сам я себе уже не принадлежу, я без вас уже никто. Поэтому берегите здоровье, самое главное, и психическое, и физическое. Спите, ешьте. Собственно говоря, что я сейчас и буду делать, я просто нормализую сон, нормализую питание и вернусь к вам. Я вас очень сильно люблю.